Итак, первое обновление в 2016 году. Многие уже спрашивали, что же будет. Это не глобальная обнова, но придется многим по душе. В завтрашнем обновлении будет добавлено 19 медалей. Список медалей вы можете видеть на экране. Не буду вдаваться в подробности и читать описание. Я думаю, вы сами разберетесь. Здесь есть медали, связанные с крафтом. Есть медали, связанные с пятым сезоном. Также есть медали с различными DLC, связанные. И с серийными оружиями, такими как Балрог, Янус и Скул. Также в игру будут добавлены семейные достижения. Список тоже увидите завтра в патчноутах. Ну, а теперь самое интересное. Это ивент прокачка оружия. Да-да-да, он снова вернулся. Причем с новыми оружиями. Итак, это будет уже всем хорошо известная Dual Infinity. Версия Custom и Final. Также будет Spas 12 дробовик версии Deluxe и Superior. И тактический нож. Его две версии. Это двойной тактический нож и тройной. А также Gilboa. И прокачанная версия Gilboa Viper. Думаю, тот, кто уже сталкивался с этим ивентом, прекрасно знает, что нужно делать. А тот, кто не в курсе, объясню вкратце, что нужно набирать очки, убивая людей в PvP режимах или зомби, например, в PvE режиме. Количество очков каждому оружию вы узнаете завтра. Также напомню, что если у вас версия, например, любого из этих оружия временная, например, там, скажем, на 7 дней, 30 дней, 100 дней, неважно, если вы прокачали его, например, до какой-то другой версии, усовершенствованной, то вот эта усовершенствованная версия у вас останется навсегда. Продаваться оружие будет наборами для крафта, если вы помните, который содержит превосходные рецепты для крафта. То есть это 100% шанс выпадения. Ну и небольшое видео-ревью нового оружия, которое еще нет в игре, оно не добавлено, и вы о нем узнаете только завтра. Dual Infinity мы не будем обозревать, а только посмотрим новое. Shot.